Это мой артишок. Сажал его в мае на рассаду. Но май был очень холодный, поэтому практически не рос. И сейчас у него не такие уж и большие листья. Вот. Вот, вот здесь видно, что листьев мало, а это уже выросла фигня. Вот такой размер у меня. Еще одна штучка. И вот еще. Что с ним будет дальше, посмотрим. Ну, выросло из 5. Ну, зашло много семечек, практически все, которые были в пачке. Вот, ну, некоторые завяли. Некоторые вымокли, наверное. Вот остался вот этот, этот. Еще вот здесь, кстати. Не знаю, на этих двух будет что-то, не будет. Ну, хотя бы на одном оказался. Посмотрим. Сегодня 11 сентября. Артишок вот такого размера. На других так и не завязалось ничего. Не знаю, распустится он или нет. Посмотрим, как погода будет. Ну, наверное, уже будет холода, навряд ли он распустится. А насчет того, как призимует, это вообще непонятно. Скорее всего, нет. 14 октября. Вот такой вот артишок. Но распуститься он так и не распустится, я так понимаю. Уже потому что холода послезавтра начинается. Ну, по крайней мере, вот такой. Какие-то они не очень сочные, вот эти листики, которые едят. Ну, я думаю, хоть расцветет, но он не растет. Рядом другой, вот он здоровый. Листья, конечно, большие. Но там даже ни одного бутона не появилось. Ну, немного цвет другой, кстати, листьев. У этого позеленее, у этого потемнее. Вот еще один. Тоже здоровый. Но без этого. Все-таки они, наверное, должны на второй год. Одного года мало. В общем, короче, такой опыт выращивания артишоков в Пензе. Сегодня 27 октября. Срезал окончательно этот артишок. Так он и не раскрылся, хотя осень была необычайно теплая и солнечная, но не осилил он почему-то раскрыться. Специально его оставил, чтобы он зацвел, хотел посмотреть. Но он так и не смог. Хотя лаванда еще до сих пор цветет. Ну, в общем, сейчас разрежу, посмотрю, что внутри. Ну, такой он. Внутри уже загнивать стал. То есть, короче, ну, цветок, конечно, был бы огромный, наверное, красивый. Ну, не знаю, в общем, есть ли смысл их выращивать или нет. Ну, у кого-то, я видел на ютубе, там есть ролики, что да, у кого-то даже успевает. Наверное, его надо на рассаду сажать рано. Может быть, тогда он успеет созреть.